На следующей неделе наше министерство должно опубликовать свой ежегодный отчет. В это же время в прошлом году мы сделали ряд обещаний. Мы сказали, что хорошие вещи вырастут на 210%, а плохие вещи снизятся на 70%. Короче говоря, хороших вещей хватит на всех, а плохие вещи будут более или менее искорены. Ну а правда? У нас произошел скачок плохих вещей на 311%. А хорошие вещи? Их не было. И в чем проблема? В правде. Ну, всегда важно говорить правду. Но еще важнее говорить правильную правду. Правда — это не всегда то, что хочется слышать. Подземелье правды. Это платье делает меня толстой? Нет, дело в вашей огромной заднице. Дедушка улетел в рай? Нет, его съели опарыши. Это правда, но слышать ее не хочется. Наш опрос в Центральной Англии показал, что 99% предпочли бы услышать то, что они хотят услышать, нежели правду. А это правда? Нет, но это то, что вы хотели услышать. Я знаю, что люди не хотят слышать о плохих вещах, но хороших вещей у нас нет. Но у вас есть самая лучшая вещь из всех. Вы пришли к нам. Скажем, на вас на улице нападает человек и бьет вас по голове бейсбольной битой 100 раз в минуту. Затем он замедляет темп. Это плохо? Или хорошо? Улавливаете, о чем я? Переклассифицировав вещи, которые не совсем плохи, вещи, которые практически хороши, вы можете добиться значительной переакцентировки в соотношении хорошего и плохого. Мы называем это новая правда. И она в 10 раз лучше, чем старая правда. Все это прекрасно, но сколько это будет нам стоить? Ну, речь идет примерно о 5 миллионах фунтов. Это ужасно. Только в рамках старой правды. В рамках новой правды, я думаю, вы увидите, что это невероятно выгодно для всех.